Я видел волны. Так много разных волн. После стольких лет, изучая океан, я всегда пытался понять его. Очень много разных нюансов. Ветер, приливы, отливы, свел. Человек не может контролировать океан, стихию. Я не думаю, что где-то еще есть сила и мощь, такая же, как мощь океана. Вот так, отвернешься на секунду, он такое вытворит. Келли Слейтер имеет какую-то особую связь с океаном. Он один из величайших спортсменов в истории. 11 побед, что тут еще скажешь? Это моя главная победа. Она очень много для меня значит. Я всю свою жизнь посвятил серфингу. Грандиозная неудача. ASP признает ошибку в системе подсчета баллов. Чтобы официально подтвердить звание чемпиона, ему нужно выиграть еще один хит. Серфинг — это либо все, либо ничего. И каждый раз, когда ты оказываешься в океане, если приглядишься, ты увидишь в нем себя. Kelly Slater, check out the first full-length Russian surf movie, Navalny, this year coming out.